Известной чувашской вышивальщице, хранительнице народных традиций Евгении Жачевой исполнилось 75 лет. В музее чувашской вышивки открылась выставка ее работ «Разноцветный мир узоров». История чувашского народа, написанная причудливыми узорами на ткани. Это о работах Евгении Жачевой. Любовь к родному искусству проявилась еще в далеком детстве. И вот уже более 30 лет Евгения Николаевна не только хранит, но и передает другим традиции чувашской вышивки. Очень грамотный учитель и знаток своего дела, человек, который болеет за сохранение чувашской культуры и очень бережно относится к тому, чтобы передать свои знания ученикам. Ну и очень занятия нам пригодились в том плане, что мы теперь можем эти знания передавать и умения своим детям. «Панора дословно» – альбом «Швы чувашской вышивки» – лишь часть известных работ Евгении Жачевой. На этой выставке представлены более 50 экспонатов, созданные вышивальщицей за последние 5 лет. Это и украшения, и вышивка на полотенцах, и традиционные чувашские узоры на платьях и рубашках. И все орнаменты на них можно читать как книгу. У Евгении Жачевой есть признание коллег и друзей, любовь сотен благодарных учеников. И самое главное – у нее есть мечта. Я мечтаю, во-первых, чтобы вот здесь, в этой выставке, вот в этом зале, например, было 10, например, из 10 подгрупп костюмов чувашских женщин, мужчин. Потом, чтобы обучали в этом музее вышивки по интернету, и можно и руками вышивать, и так, чтобы обучали. Очень хочу, чтобы чувашскую вышивку включили в программу. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика.